А исследовательский центр информационного агентства ТАСС изучил социальные сети 14 партий, которые будут участвовать в выборах Госдумы России. В исследовании отмечается, кто делает ставку на привлечение избирателей через Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram. Лидер по количеству подписчиков в соцсетях «Единая Россия». Официальная группа в Facebook закрытая, и чтобы подписаться на нее, необходимо одобрение модератора. В этой группе партия публикует те же официальные новости, что и в открытых группах и на других площадках ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Ютуб и Инстаграм. Второе место по количеству подписчиков занимает другая парламентская партия – ЛДПР. На сайте политического объединения есть ссылки на официальные аккаунты ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и Твиттер. В большинстве сообщений ньюсмейкер Владимир Жириновский. Аккаунт Инстаграм есть только у молодежного крыла партии, площадка называется «Молодежь ЛДПР». Замыкает тройку лидеров КПРФ. Партия в своих аккаунтах в интернете также выкладывает практически одинаковый контент. Новости, региональная активность, мнение лидеров о политических событиях в стране и в мире. Данные актуальны на 12 часов по московскому времени на 19 августа.